Ну я не буду остановку делать. Ага. Пролетать дальше или ехать? Мы уже подъехали, кстати, высадки. Решайте. Что? Дальше. А дальше уже база, ё-моё. О, Спитер, дорога. Справа, дома. Спитер, я так понял, сел. Ну, верно, все, высадка. Машинку бросаем? Давай. Я мушу на ухо, это основе. Ты там не улети. Учтите, у нас масленок сзади еще бегает. Ну это как посмотреть. Вижу кого-то пеха стоит на горе. Кто это? Помню наш. Правая, левая гора. Какая правая, левая гора? Правая. Он нам махает еще. Добрый какой. Крыши. Там своего уже нету в этом вауле у нас позади. Нет, нет, какой? Где? В ауле. Ты? Ну вот, Маш. Я спрашиваю. Я на 7 метров поставил. Противоположный враг был бы, да, с противоположной? Да, враг. То есть это свой стрелял сзади, что ли? Я понял, это с башни. С башни высокой, с башни. Понял. Я. Постучите меня, я жду. Где помню? В здании на крыше я, одноэтаж на которых. Угу. В капюшоне в этом сидишь. Что сейчас на машине, Кать? Кто М113 взял? Ну, у нас детуз был там. Молчат, наш враг. Можно сделать какой-то скрипт, чтобы можно было забросить прямо в люк? Да, убил, надо. Убил на ШК. М113 едет.
свои добыт. Кого убьют? Да, наверное, 13 врага, да. А что за М113 стоит посреди базы наша, да? Я захватил ее, да-да-да. Все хорошо. А где вы машинку, кто надо уничтожить? Честно, да, я ее могли спрятать, кстати. Могли. Я вижу, бегают по зоне. Это я. В казармах я бегаю. В дом забежал свой? В дом мой свой. На базе в казарме я. У М113 я тоже. Нет, не в М113, там в дом. У него враг забежал, сейчас я покажу ему, что не надо так делать. Если умру в казармах, значит есть в казармах враг. А это что? Ты на горе? Да, я на горе, я сказал, у меня метка стоит точно на мне. Чего? Я сказал, это ДШК захватил. Все, сорян, я тебя не ранил. Ну нифига себе, солдат, я ранен. Ты мне 2 дуки выбил. Извини. А третья как? А третья, не с тобой место, да, все. С ней не постреляли. Я думал, что там уже небо врага зажимаю, который в доме сидит. А по мне сейчас свои палят, вот нормально. Нормально. Сразу видно обстрел. Да. Сразу видно поедет. Они в городе, скорее всего, спрятали эту машину. Просто по мне спидер с этой стороны стрел кто-то. Так там ДШК стоял, я его выбил. Это окей. Чего это? Спидер, ты? Да, я стреляю в ДШК. Я пришел в город. Как думаешь, у них труба есть, РПГ? Ну, у меня есть. Если меня убивают, у них тоже будет. Я, короче, сейчас ультра-сроту придумал. Сейчас на машинку вижу. М113 я есть, ТБС. Нет, машинку, которую надо уничтожить, вижу. Да, ее можно увезти. Такой дом, знаешь, где ее можно уничтожить еще? Магазины бегают, куда я сейчас еду. Она вот она справа тебе, чуть следующий поворот и вперед, там враг бегает. Вижу. И там вот справа это, машина вот это стоит. Кто? Вот это кто? Да, я. Паша, там машинка стоит. Ну, понял, и враг там, да? Ох, как они загнали. Со спины отходите, сейчас стреляли. Они дошика стреляют, чтобы тут зашикали не лезть. Я удаюсь, а это враг, по-моему, стреляет. Уходи. Блин, я глуп, я не слышал, куда по мне стреляют. Опа, что это было? Что такое? Мне кажется, мы долго так не знаем. У меня, я в очередь не забыл включить одиночный был. Так бы я убил. Все, хана. Сейчас запрут, пацаны. В принципе, можно гранату кинуть, если он выйдет, выгибает. Сейчас его закрою, смотри. Не то закрыл, приду. Какой же. СПН, бля. Вот это было некрасиво. Он вообще бы запер сейчас. У меня патроны закончились.